Сзади самоблок АТВТ. Собрались съездить на песчаный карьер. Ну и по пути попался нам вот этот подъемчик интересный. А ты возьми вот сюда, вот так вот заезжай. Ну вот. Не по следу. Да. Уже я снимал видосики здесь. Интересные. Подъемчик. Сыпучий такой. Песок, глина, камушек. Интересный. Я вставочку поставлю с видеорегистратора, как я заезжал. Подъемчик, ребята, я бы сказал, очень-очень крутой. У меня занижение установлено в раздатке 307. На второй пониженный. Да, ты как заезжаешь? На первый пониженный. И не хватает? Вот. О, разгон берет. Но сейчас, наверное, заедет. Давай. О, отлично, отлично. Все, поскакали дальше. Так, прибыли мы на песчаный карьер. Пока здесь кроме нас никто не катался. Подъемчик. Песок не сухой. Все. Машина зарывается. Колеса мы не травим, да. Это на какой? На второй пробовал? На первый. На первый? Ну, пробуй побольше газа. Очень красивый карьер у нас. Так. Это на первой пробовал? Первая пониженная. На вторую попробовал. Вторая пониженная. И все. И все. И пока не едет. Хотя движки одни и те же. Вот. Но единственное, у меня занижение. Может, крутить будет поинтересней. Ага. Все. Да, наклончик. Не знаю, на камеру, конечно, все не передается здесь. Нива Travel. О, уже поинтересней. А ты прям до отсечки? Да? Первая пониженная в отсечку. Что, давайте мы попробуем, посмотрим разницу.
полезно. В свою яму попал. Не хватило. Здесь, да, проваливается. Красавчик. Моя не зайдет, бесполезно, даже можно не насиловать. Вот намного легче, короче, да. Намного. Да, машина вообще. И вот ты знаешь, я до подъема на второй пониженный. Ну, я видел. И уже вот здесь вот на первую пониженную тихонько. Ну, двигатель, конечно, греется. Вон температура. Радиатора надо мыть, наверное. Вот. Давай пробуй. Да бесполезно. Моя не зайдет. Нива Travel. Песчаная карьер. Первая пониженная в отсечку по моему следу. И никак. Йо-ля, здесь, правда, двигатель нагрелся. А так, неплохенько. Хороший песок. Машина просто проваливается. И с занижением реально работает. Я сюда заехал на второй пониженный. Только вот здесь вот уже на первую пониженную быстренько переключился. И все. А так прям проваливается, сильно проваливается автомобиль. Еще одна попыточка. Нет. Здесь у меня два самоблока от АВТ. В раздатке занижение 3,07. База подлиннее. Давление у нас одинаковое. То есть, ну, и тут у меня Матадор Азарда стоит, даже не грязевая. Но сюда ехали, двигатель что-то грелся. Или радиатора надо помыть. Вернее всего. Вот. А так, в принципе, доволен автомобилем. Неплохо. Едет. А, еще она у меня прошита. Тоже есть видео, где я прошивал. То есть, как бы прошивочка ставится, но с гарантией она не слетает. Там, ну, по цифрам все остается то же самое. И у меня... получается, нету ограничения. Вот, ну и едет поинтереснее. Две машины, горочка. На первой пониженной не заблокированные, да? Так, ровно, поехали. На первой пониженной, поехали.
крутит. Сейчас на второй пониженной поедем. Ох. Так, наверное, вторая пониженная, да? У меня вторая пониженная. Вот песок какой коварный. Вторая пониженная. Заехали. Неплохо. Это на какой? На первой, я на второй. Когда колеса начнут срываться. Не хватило немножечко. Здесь первая пониженная, чуть-чуть побольше хода. И спокойно. Да, спокойно выехал. И мне кажется, ехал на второй, а в конце переключился на первую. Я понял, ты сейчас заезжал, вторая пониженная. А в конце переключился на первый, да? Нет, не потянуло, мне перегазовка дальше. А, ты перегазовка, вон, что, я думал, переключился. То есть ты шел на первый пониженный и... Сдыхали, перегазовка. А, вон, что, а я думал, ты на второй. Ну ладно, давай я попробую. Так, первая пониженная. Да-да-да, там бугорок, чуть-чуть левее. Давай отсюда попробуем. Первая пониженная заблокирована. Чему? Мне кажется, она бы выкапывала больше. Ну вот у меня тонет, видишь, она хотя и не грязевая, не совсем грязевая, но она тонет, она вырывает яму. Под собой яму роет она. В принципе, проезжай. Здесь лучше, по песку лучше вообще прям лепешки такие. Ну, нам травить. Я имею в виду дорожные такие, автострадные. Будем тоже подъем, место разгона будет одно у нас. Попробуем, кто выше поднимется. На первой повышенной здесь бесполезно. Вот, показываю, первую повышенную. То есть не занижение. Первая повышенная. Все, я умер. Так, вторая пониженная. Не заблокирована. Что, на третий не хочет? Да, но на первый, конечно, я не знаю, но я попробую. Как хочешь. Первая пониженная заблокирована. Ну, пробуй. Пробуй. Да, вот, достаточно. Пробуй.
А на второй, интересно, попробуй, вторая пониженная. И все. А на первой повышена, вот для интереса уж. Первая повышена. Все. Ну, я думаю, вывод сделали для себя. Веселее, бодрее. Отлично. Ну все, на этом наши покатушки. Тоже все спонтанно. Также в группу написал, говорю, ребята, кто хочет, давайте скатнемся вечером. Вот выехали, прокатнулись и поедем домой.